Не беси меня, Герасим. Пошел ты. Герасим, это я. Коля Герасимов. И как только я решил выяснить наши отношения с Алтухиной, ее парень Витька решил выяснить отношения со мной. Не надо, хватит! А ну прекратили! Оба! На самом деле, в ближайшем будущем произойдет столько всего, что мне будет тупо не до нее. Это может показаться странным, но помнишь ту гравитационную фигню в школе? Это был космион. Из-за него я теперь могу прыгать на 100 лет в будущее и обратно. Космион снова здесь, в этой системе. Он положит Вселенную к нашим ногам. Давай он положит Вселенную к моим ногам. Ты сильный. Из уважения к тому, что он тебя выбрал, ты умрешь быстро. Прости, Кудрявый. Ты кто такая? Она привела из школы мужчину. Какого мужчину? Согласно моим данным, ему 117 лет. Очень приятно, я Коля. Мне нужен только один мальчик. Вот этот. Какая встреча. Может, уложим детей спать и... Так мне тоже нравится. Мы все исправим, спасем Млечный Путь и 13 галактик. У вас нет шанса! Но если Алиса тебе действительно дорога, подумай о ее будущем. Коля... Все будет нормально, верь мне. В общем, это гостья из будущего! Офигеть!